Друзья, всем привет! Сегодня мы приготовим необычный салат или закуску, или нарезку в виде новогоднего веночка. Она очень простая и невероятно красивая. Круто будет смотреться на любом праздничном столе. Для закуски нам понадобится сыр, моцарелла, желательно мини, такие маленькие аккуратные шарики, помидорки черри и зеленый соус песто. Если песто у вас нет, то можно обойтись и без него, но с ним, конечно же, будет вкуснее. Еще понадобится бальзамический соус и свежий зеленый базилик. Приступаем к приготовлению. Берем самое обычное круглое блюдо с плоским дном и начинаем выкладывать наш веночек. В этом рецепте все настолько просто, что я даже думала, снимать его или нет. Но все-таки решила снять, потому что, возможно, кто-то об этой идее не знает. Если вы все же готовите закуску с соусом песто, то лучше сразу переложить его в небольшую круглую мисочку и поставить в середину тарелочки. И уже вокруг тарелки с соусом выкладывать помидорки черри. Так будет удобнее. Все помидоры выложили, теперь берем шарики моцарелла и украшаем ими наш веночек. Просто раскладываем шарики в хаотичном порядке, так, чтобы это было красиво. Представляем, как будто это елочные шары. Кстати, мне кажется, что крупные шарики моцареллы здесь тоже будут смотреться достаточно хорошо. Главное, чтобы моцарелла гармонично сочеталась с нашими помидорками. Теперь нам понадобится свежий зеленый базилик. Мой базилик слегка завял, поэтому мне пришлось его немного перебрать, чтобы оставить только красивые листочки. Просто раскладываем листочки базилика на тарелке. Можно класть по краям, сверху, сбоку, так как вам больше нравится, главное, чтобы было красиво. Теперь берем бальзамический соус и немного поливаем нашу закуску. У меня соус был очень густой, поэтому я просто добавила несколько капель. Нам важно не перебить соусом вкус моцареллы, базилика и помидорок. Соус должен это блюдо дополнять. Приятного вам аппетита и новогоднего настроения!